В Закату имени Джангирхана состоялась ярмарка вакансий. В ходе мероприятия работодатели презентовали студентам выпускных курсов программы «Молодежная практика» и «С дипломом в село», а также рассказали о направлениях в рамках трудоустройства на государственную службу. Мероприятие проводится в стенах вуза ежегодно. В текущем году университет выпускает 1099 студентов. За последний год имеем соглашение с более чем 200 партнерами, это предприятия, организации нашей области. Из них 90, примерно 50% очень активны и в поисках молодых людей для принятия к себе на работу. В этих регионах высокая потребность в аграрно-технических специальностях, в том числе IT-специалистах, инженерах. Сотрудники вуза отмечают, что ежегодно удается трудоустроить до 80% выпускников. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Джангирхана. Мы обеспечиваем прохождение производственной практики, стажировки студентов 4 курса, тех специальностей, которые затребованы на нашем производстве. Каждому из студентов прикрепляются наставники, которые являются ведущими специалистами нашего производства. С сентября прошлого года вуз заключил 177 договоров о сотрудничестве, в том числе по организации профессиональной практики. Университет успешно сотрудничает с рядом предприятий западного региона.